Здравствуйте всем. Ну, видите, после кислоты как хорошо все. Ну, я их уже покормил вообще-то. Они что-то опять хотят. Или я не кормил их? А, я не кормил их. По-моему. Нет, кормил. Как это не кормил? Кормил. На еще астрику, на таблетосов поешь. Спирулинки лупани. Он такое всеядное животное. И тюляпка он хавает. Солнечный окунь этот. Алюся, ты что ждешь? От бога дулю. Так, короче, ночью сегодня вырубали свет. Вон Артемуху поставил, остатки надо доесть. Вырубали свет. Захожу, водичка, тут думаю, что за херня в подносе. А я слышал среди ночи, что что-то раз вроде как включилось, думаю. Ну, соответственно, я увидел еще тоже, увидел ролик про, что вот выключают свет, и он начинает течь. Потек он чуть-чуть с этой стороны, вот. Было тут немного воды. Ох, ну она же горячая такая, так это уже сейчас он выключенный. Она такая горячая, поэтому вот этот ротор там разбухло, нагрелось, и оно, короче, наверное, опять он клина словил. И перестал он качать, в общем, это я сейчас кинулся, ну как сейчас, я же минут 40, час назад. Сразу надо же посмотреть на них, на всех, надо свет повключать. Я уже всех покормил, их солнце сюда так светило хорошо, я этих всех уже пыцаков покормил. Я этих всех покормил. Потеки, конечно, то потом повытираются. Перенял я эстафету от Викторовны чуть-чуть. Ну ничего, выздоровеем, то хреня. Это самое. Опа! А что там у нас затерки такие? Что затерки? Ну толстая ж такая, ну должна ждать. Та воткнула вообще уже вся икра. Так, вы не голодные, вы уже все накормленные. Свет надо только подключать. Вот это надо. Вон, короче, тут вообще он побелела что-то, она вообще вся. Налет какой-то на ней взялся. Налетом каким-то она сверху. То была половина, чуть меньше. А это вообще все больше, больше, больше. Вот эти черные вылупятся. Вот эти вот черненькие кринки. А то что-то, короче, завтыкало. Ну и хрен на них. Что у нас там? Что у нас там? Надо посмотреть тот стакан. Что там? Там должна, по идее, утрешняя и вечерняя икра убранная, но в одно время. Ну, хлыстики висят, я вон вижу. Вон. Висят там какие-то присосыши. Ну, в общем, как-то так. Все, этих уже всех, я же покормил. Остался только вот тут аквариум. Что тут у нас? Что тут у меня? Ну, вон, хватит им, хватит. Перекусить хватит, а на вечер уже должна быть вот это, по идее, готова. Артемуха. Так, и Валерчик уже все накормлены. Это сидит. Сидеть будет, пока не посинеет. Ну, в общем, как-то так. По бырику так пробежались. В общем, все нормально. Вроде без минусов. Никто нигде не дрейфует. Все вроде хорошо. Не вон в стае. В общей. Наверное, продам у вас, ребята. Есть на вас покупец. Так хочет прям не вонов. Себе потом других куплю. А может и не. Не, ну, себе другие куплю, наверное. Ну как-то так. Все. Коротенький такой видосик. Ты что тут вот это вот подшатываешься? Ну, это понты лимонят они. Это все фигня. Надо тут уже прорывать мох. Тут уже мха столько, что ля кривендоса сколько висит. А, не видно, да, свет. Свет солнца падает. Как-то так. Все. Всем пока. До новых встреч в эфире. Обнял, приподнял. Мир, дружба, жвачка. Не буду сейчас лезть внешнику в воду. Вот это потом, позже. Хай остынет. Вот тут можно было прикурить. Ау. Я когда тронулся до него, а он пробовал качать. Он и отсюда пошло что-то вода. Ну, то его и отдали деткам в садик. Нате, детки, пользуйтесь. Что-то вот это минуса в этих ювелях, что они, когда свет выключают, они начинают течь почему-то. Странно. Все. 4:15. Хватит.